В 2024-м поклонников творчества театральной студии «Мираж» ждет несколько премьер. Новая социальная драма, название которой держится в строжайшем секрете, увидит свет уже в предстоящей осенью. Известно, что это будет оригинальная постановка по мотивам пьесы, которую местный зритель еще не видел. В целом, нынешний творческий сезон для подопечных руководителя труппы Елены Ерполевой обещает быть насыщенным и богатым на творческие эксперименты. У нас в этом году 3 спектакля планируются. Один спектакль большой формы – это «Полеты над Югрой», в которой участвует порядка 18 человек, детей, подростков и взрослых. И это будет детский спектакль. 3 детских спектакля таким образом, и один взрослый, который зритель увидит осенью. Вот. Ну, я не буду пока раскрывать секрет, но мы пытаемся всегда делать что-то такое, что никогда не делали, что-то не похожее на то, что у нас есть. В новом творческом сезоне актеры «Миража» осваивают такую театральную практику, как КПРа. КПРа? Не все знают. Но это вот как раз это и есть танец с боем, скажем так, танец с борьбой. Как бы такая драка, когда никто никого не задевает, но при этом под музыку делаются такие движения, они очень интересные. И вот мы когда набрали вот ряд этих движений, мы вдруг увидели, что во многих массовках они просто очень интересно звучат. Там у нас, например, сцена с оленями, как диких оленей там ловят охотники. Очень интересно олени это делают, да, охотники. Танец, мальчики очень интересно, значит, эту борьбу осуществляют в рамках вот этого сюжета.